Хочу сказать, что каждый человек хочет быть счастливым, иметь больше, жить лучше. И когда спрашиваешь у человека, что тебя делает счастливым, какие моменты, перечисли пункты, он говорит, вот, конечно, хотелось бы, чтобы было комфортное жилище, комфортный дом, уютный, квартира. Хочется, чтобы автомобиль был новый, либо вот старый поменять на новый, либо новый купить. Ну, конечно же, друзья рядом, друзья, и с которыми можно путешествовать туда, куда хочешь, интересно, нестандартно, креативно. Вот это все делает каждого человека счастливым. И, конечно же, компания Medley International Corporation учла этот момент и создала три проекта, которые действительно могут каждого человека сделать счастливым. Это Харика-Эф, основной проект, недвижимость, которая поможет вам улучшить жилищные условия, а также приобрести недвижимость на берегу теплого моря в солнечном городе, благополучной стране. Конечно же, клуб Харика Тревел – это наше путешествие. Тоже неяркие, красивые, с друзьями. Джип-сафари, пиратские яхты. Вот у нас были, мы делали много фотографий. Отдых очень яркий и красивый. Еще очень хорошо, когда рядом друзья. Ну и, конечно же, наш клуб Харика Авто. Автомобиль, ну как же сейчас без автомобиля? Просто невозможно. Ну, автомобиль это не роскошь, во-первых, а необходимость. Автомобиль нужен всем. И хотелось бы сказать, что все вот это хотят, и автомобили, и недвижимость, и путешествия. Практически все люди, но не каждый не знает, как это сделать. Поэтому сейчас появляются компании, появляются общества, общества партнеров различные, которые объединяются, как наша компания Medley International Corporation объединяет желающих людей приобрести недвижимость, автомобили, путешествовать, объединяет в одно общество равноправных партнеров, где каждый помогает друг другу осуществить свои мечты. Ну и, конечно же, автомобиль. Как же без него? Во-первых, он необходим, потому что наша жизнь, она стремительна. Нам нужно очень много дел успеть сделать. Нам нужно и туда, и туда, и туда. И если мы используем транспорт, то, конечно, он отнимает у нас много времени. А вот если у нас есть автомобиль, то мы свои дела делаем гораздо быстрее, примерно в 2 раза быстрее. Это во-первых. Семье обязательно нужен автомобиль, потому что забрать деток из школы, из садика, повезти на природу, вот путешествия, также он необходим для путешествий. Пешком тоже хорошо путешествует, но автомобиль, он позволяет поехать дальше, увидеть больше. Ну, не только для этого нужен автомобиль. Конечно же, автомобиль – это престиж и ваш статус. Как партнер компании, имея автомобиль, вы резко повышаете свою стоимость, вы повышаете свой престиж. Приехав на престижном автомобиле на встречу, конечно же, новички, которые пришли вас послушать, уже будут более внимательно слушать и будут вам больше доверять, увидев, что вы вышли из шикарного автомобиля с наклейкой «Харика Авто». Никак без автомобиля нельзя. И с друзьями можно не на одном автомобиле. Можно собраться несколько друзей на автомобилях. Это будет гораздо более веселое путешествие. Но вы знаете, очень нужен автомобиль. Вот мы когда в Алании смотрели недвижимость, многие объекты находятся вдали от моря, в горах. Некоторые хотят там жить и поездить, во-первых, к морю, во-вторых, поездить по Турции. Очень много исторических мест, мест силы. Тоже хотела бы посетить все места. И вот мы, просматривая недвижимость, все больше и больше убеждались, что автомобиль все-таки необходим. Ну, там, где вы живете, конечно, и, конечно же, там, где вы приобретете недвижимость, в Алании, в данном случае, пользуется популярностью этот город. Ну и что остается задать вопрос окружающим людям, для чего они пришли в этот мир, чем они занимаются, просто существуют, живут серой жизнью, каждый день день сурка.
Либо они хотят жить лучше, иметь больше, жить ярко, красиво, эффективно. А для этого нужно понять, какой бизнес сейчас наиболее актуален. Продолжать ходить на работу на хозяина, ну, у вас будет мало денег, но, может, времени побольше. Вести свой линейный бизнес классический, когда вы хозяин, тогда у вас будет много денег, но времени не будет, а время у нас есть. Что есть самое ценное, это время. Можете просто создать свой личный бизнес, купить бизнес под ключ недорогой и работать на себя. И, конечно же, покупать на такой бизнес, который обеспечит вас и автомобилем, и недвижимостью, даст возможность заработать достойные деньги и путешествовать с друзьями. Поэтому выбор за вами, что же делать, оставаться жить прежней жизнью, либо все-таки начать новую жизнь, потому что мы с вами не 500 лет будем жить, и каждый день нам дорог, каждая минута нам дорога. И хочется, чтобы каждая минута приносила нам счастье жизни. Поэтому мы предлагаем, конечно же, начать жить страстно и красиво. Сейчас, минуточку. Немножко мы перескочили с вами. Ну вот, говоря о том, о работе на хозяина, вы сами понимаете, что это работают люди, которые не хотят брать на себя ответственности, устраивают ежедневное хождение на работу с 8 до 5, или там как, ночные смены. Их это устраивает, денег им достаточно, им больше ничего в этой жизни не надо. Им дадут отпуск, но у них не хватит денег поехать на него, да и желания. Поэтому он нужен, конечно же, бизнес, работа на хозяина, но не для тех людей, которые хотят все иметь счастье в жизни уже завтра. Классический линейный бизнес, он более актуален, чем работа на хозяина сейчас, потому что люди понимают, что здесь можно иметь больше денег, но и нужно иметь стартовый капитал, чтобы запустить этот бизнес. И, конечно, большие сроки окупаемости сразу не окупятся. Зачастую деньги берутся в кредит, потому что нет достаточной суммы. Люди надеются, что, ведя свой бизнес, они будут получать очень много денег. На самом деле риски очень большие. Ну и, конечно же, постоянные инвестиции в развитие бизнеса и очень большие деньги в рекламу. Постоянно нужно рекламировать, потому что конкуренция очень большая сейчас, хочется чем-то выделиться, и вот эта конкуренция, чем больше конкуренция, тем больше денег нужно, конечно же, тратить на рекламу, а значит, нужно что-то делать нестандартное, необычное, чтобы обратили внимание. Ну и, конечно же, рэкет государственных служб, и налоговая, и санэпидстанции всякие, пожарные. Вас будут все контролировать, и, конечно же, вы будете привязаны к одному месту. Это очень хорошо, денег больше, но времени меньше. Здесь наоборот. То есть вы вроде денег получаете много, а не можете себе позволить поехать надолго отдохнуть, поболеть не можете себе позволить, полежать в каком-то пансионате, потому что все время будет в голове вертеться, как же ваш бизнес без вас. А вот на самом деле очень хочется, чтобы 20% времени тратить и получать 80% вознаграждения. И вот сейчас выходит, уже придумали такой бизнес, он уже есть, такой бизнес. И многие, не только наша компания, но многие другие компании, интернет-компании, магазины, бизнес-компании различных направлений, недвижимости, путешествия, они понимают, что у людей нет денег, нет средств. Поэтому соединяют к себе бонусные программы, предлагают купить у них частичку бизнеса, стать сотрудником этой компании, получать вознаграждение за рекламу, вы как рекламный агент работаете и пиарите компанию. И компания вам за это платит вознаграждение, достаточное для того, чтобы купить автомобиль, недвижимость, путешествовать. Ну и плюс остаются еще деньги на другие какие-то цели. Вот о таком бизнесе, наверное, мечтают многие, потому что остается много времени для отдыха, для семьи, для детей. А это сейчас очень важно. Дети не брошены, муж и жена не брошены, родители не брошены, деньги есть, и не все у вас хорошо. Поэтому нужно всем обратить внимание вот на этот новый совершенно бизнес.
И вот такой бизнес, такую программу бонусную предлагает наш клуб Харита Авто. То есть клуб объединяет, клубная система работает, клуб объединяет равноправных членов, одна семья дружная, такая, один клуб. И друг другу мы с вами помогаем купить бизнес, вести бизнес и помогаем заработать деньги для того, чтобы приобрести престижный автомобиль. Бизнес нашего клуба – готовые решения. Мы все равны, мы все покупаем бизнес, всего лишь 250 евро одноразово. Единовременное вложение, и ваше распоряжение дает личный кабинет, из которого вы ведете свой бизнес, бизнес под ключ. И одинаковое вознаграждение мы получаем 750 евро, 12 тысяч евро. Единственное, те, кто работает более активно, как и полагается, получают чаще, а значит больше денег. Очень удобный сайт для работы. Хочу обратить ваше внимание на то, что уже по сайту можно судить о компании, пришла ли она ненадолго или пришла всерьез ненадолго. По нашим сайтам всем трем можно говорить о том, что вложены очень большие деньги и в сайты, и профессиональные работают программисты. Ну и, конечно же, сайты, пакеты партнера, которые нам, потому что без инструментов бизнес не построишь, нам даются, тоже все это выполнено яркое, красивое для того, чтобы вести профессиональный свой бизнес. Ну и, конечно же, денежный маркетинг, бонусная программа. Это самая важная часть, которая дает возможность вам, работая, ведя свой бизнес в клубе Харита Авто, получать вознаграждение. Вот наши партнеры получили вознаграждение по 750 евро, я в том числе, и мы их уже потратили на поездку в Аланию. Они нам очень пригодились, потому что хватило и на дорогу, и плюс еще какие-то дополнительные вещи мы смогли себе сделать в подарки. И, конечно же, защищено у нас все это, потому что ни один хакер не может пробить нашу систему, потому что система действительно под защитой. Это очень важно. Мы с вами должны работать, вести бизнес спокойно, не боясь, что кто-то заберет наши заработанные деньги. И все для этого делается. У нас работает система обгонов. Действительно, потому что партнеры, которые работают активнее, действительно должны обгонять тех, кто работает неактивно и получать вознаграждение. Это, если мы возьмем былые времена, более активным работникам давались премии. Так же у нас получается. И плюс у нас семейный бизнес. Турция экономически стабильная страна благодаря семейному бизнесу. И наш клуб, вообще компания наша, она позволяет вести семейный бизнес. Это очень важно. В семью идут хорошие деньги. Ну и автомобили общие, либо один на всех, хороший, большой, просторный. И огромный плюс, то, что мы не привязаны к одному месту, мы ведем бизнес там, где мы бываем. Вот сейчас мы и в дороге, и в самолете, и в автобусе, и в Алании, и в Москве, везде раздавали свои визитки и рассказывали о нашей компании. Ну и на отдыхе, конечно, на пляже, на яхте вот мы были, пока на яхте плавали, обязательно рассказали всем, кто там был на этой яхте, о нашей компании. Вот такой легкий, приятный бизнес, отдыхая, зарабатываем деньги. Ну, принцип работы нашего маркетинга – это семиместный стол, семиместная семья работает. Второй и третий уровень всегда занят, двоечка, единичка, четыре вакантных места внизу, четыре вакантных бизнес-места. Это тот бизнес, то бизнес-место, которое покупают наши новички всего лишь один раз. Становится новичок на тот стол, где находится его пригласитель. Регистрация бесплатная, но вы уже получаете как новичок в свое распоряжение свой личный кабинет, из которого ведете свой бизнес и в интернете, и, конечно же, на земле, там, где вы находитесь. После того, как нижний уровень заполняется новичками, которые оплачивают каждое бизнес-место 250, дом, вернее, стол наш делится ровно пополам, образуется два новых стола, и 4 новых вакантных бизнес-места стоимостью 250 евро. И наш новый партнер переходит уже на второй уровень.
После следующего деления наш партнер переходит на вершину стола. И после третьего деления, что происходит, сейчас мы с вами увидим. Вот партнер, бонусная программа перед вами на одном слайде. Здесь, я думаю, легко понятно, не надо листать слайды, чтобы рассказать маркетинг. Если вам что-то непонятно, вы можете зайти на сайт Арика Авто и посмотреть раздел маркетинг и прочитать полное описание. У нас три стола. Два стола семиместных. Они для нас очень важны, потому что это два наших серьезных бизнеса. А вот третий стол, он посередине 15-местный, это стол дополнительный. Он нам нужен для того, чтобы заработать деньги на вход в серьезный бизнес зеленого стола. Вот туда 5200 евро. Ну, обычно у наших новичков, у желающих, у них нет наличия такой суммы. Поэтому сделали вход 250 евро, это более доступная сумма. И наши новички заходят на нижний уровень, четверочку голубого стола. Принцип деления я вам рассказала. И сейчас расскажу, что происходит с партнером, стоящим на вершине, когда заполнились все 4 вакантных места. Кстати, вакантные места заполняются не только новичками, но и партнерами, пришедшими из проекта «Арика Тревел», где 120 евро, где получают 300 евро и могут сюда зайти, заработав в путешествиях. После того, как заполнился нижний уровень, четверочка, наш партнер, стоящий на вершине, получает свой кошелек, вы это увидите, 1000 евро. И увидите, что 250 евро уйдет на покупку бизнес-места в следующем, втором цикле, а 750 евро уйдет с первого цикла на покупку бизнес-места в оранжевом, в 15-местном доме в нижнем ряду восьмерочки. Там 7 мест всегда заняты, и вот нужно заполнить 8 мест. Они заполняются партнерами, пришедшими из голубого дома. Итак, произошло разделение вашего основного логина на два клона. Ваш логин номер один остается работать в голубом столе и никуда отсюда не уходит. И получается второго цикла вознаграждение 750 евро многократно. Ваш логин номер два уходит в оранжевый дом для зарабатывания 5200 на нижний уровень восьмерочки. И оплачивать 750 всего лишь один раз вместо нижнего. Этот дом мы проходим 101 раз и больше сюда не возвращаемся. Ваш логин номер два идет за спонсором в оранжевом доме, затем переходит со спонсором в зеленый дом. За своим логином номер два своего спонсора. В голубом столе необходима квалификация два личных приглашенных. Можно больше, но достаточно два активных, позитивных, целеустремленных, желающих побыстрее приобрести автомобиль престижной марки. В оранжевый дом только вы попадаете, сразу нужно посмотреть, где находятся ваши партнеры в голубом доме и помочь им перейти за вами в оранжевый дом. Что же происходит с партнером, стоящим на вершине оранжевого дома, после того, как заполнится 8 нижних вакантных мест стоимостью до 750 евро? Там стоит ваш логин номер 2. После деления образуется 2 новых оранжевых матрицы, и вы при условии 2 личных приглашенных получаете 800 евро наличными и переходите на нижний уровень зеленого стола за своим спонсором. Аналогичное деление, но здесь ваш логин номер 2 на вершине с первого раза получает 15 тысяч евро. Вернее, 20 200, но 5200 выходит на покупку бизнес-места во втором цикле и последующем. 15 тысяч евро полученных вы увидите на своем кошельке. И можете их, конечно же, потратить не только на автомобиль, и желание купить мотоцикл, яхту, на любое транспортное средство. Но если у вас это все есть, 15 тысяч евро первые, вторые, третьи, когда хотите, первые, тогда вам нужно будет потратить на недвижимость. Разрешается, если у вас есть такое желание. Таким образом, в нашем маркетинге работают два ваших
логина. Логин номер один ваш работает в голубом столе и получает 850 евро многократно со второго цикла. А ваш логин номер два работает в зеленом столе и получает 15 000 евро с первого раза многократно. Гонка продолжается. У нас все хорошо. Мы двигаемся вперед. Немного мы отвлеклись, потому что мы все разъехались, у кого отдых, у кого семинары, у кого какие-то серьезные вопросы. Такой период сейчас. Но сейчас мы все вместе собираемся, и с понедельника у нас начинается очень активная работа во всех проектах наших. Итак, проект «Харика Авто» – проект для равных партнеров. И сумма входа одна. И даже если вы начали с нуля, позже вы можете обогнать тех, кто стал раньше вас, активно работая в нашем клубе «Харика Авто». О защите серьезно я уже говорила. Это не шутки, потому что это дает нам возможность существовать очень долго и счастливо нашему проекту. Что же вы получаете? Новый автомобиль за 250 евро и без кредитов. Кто об этом не мечтает? Ну и, конечно, регулярный доход 750 евро и 15 000 евро на заказ. И, конечно же, мы с вами находим друзей. Вот сегодня, наверное, сейчас вот мы были в Алании, очень со многими нашими партнерами познакомились, удивительные, прекрасные люди. Вместе фотографировались, отдыхали, у нас появились новые друзья. Встретились со старыми друзьями. Вы знаете, это счастье в душе, когда окружают рядом прекрасные люди. И это очень важно. Когда люди рядом хорошие, бизнес у нас идет очень хорошо. И мы с вами не слушаем никого, кто нам говорит про Харику плохо. Есть такие люди, они жалуются, говорят, что Харика плохая компания, что она скоро закроется. Говорят, это уже больше года. А мы существуем, мы работаем, мы одна семья. И никакие угрозы, никакие плохие слова нашей компании не разрушат нашу семью. Я в этом убедилась, побывав в Алане, встретилась с руководителями, встретилась с партнерами. Мы в душе горим, мы счастливы, мы готовы работать дальше. Мы будем набирать обороты, несмотря на то, что вокруг нас там пытаются как-то конкуренты наши нас унизить. На самом деле мы на высоте, потому что клуб Харика, Харика Авто, в частности, это бизнес нашей мечты. И хочу сказать тем, кто не нравится клуб, зашли в клуб, а вам не нравится. Люди окружающие, что-то еще не нравится. Ничего страшного. Но вы можете продать свое бизнес-место, как место на рынке мы купили, не нравится, продали. Все же самое, продаете свое бизнес-место активному партнеру, спонсор вам помогает, и вы уходите из проекта, сохранив свое доброе имя. И не мешайте работать тем партнерам Харики, которые воодушевлены мечтой приобрести новый автомобиль. И желаю вам удачного старта, быстрого прохождения маркетинга, покупки автомобиля своей мечты и, конечно же, получения многократных бонусов. Нужна вам машина? Конечно, нужна. Не буду ждать ответов. Интернет работает медленно. Я думаю, что всем нужна вот такая красивая машина. У каждого, наверное, уже есть мечта, какую машину. Если нет, обязательно заведите тетрадку волшебную для клуба Харика Авто. Выберите ту марку, которая вам нравится. Может, это мотоцикл, может, яхта. Все туда наклейте, в этот альбом, в эту тетрадку. И просматривайте каждый день. Вот тогда вы быстрее достигнете своей мечты. У нас с вами будут школы новичков. Мы делаем упор для новичков, потому что самое важное запустить правильно новичка, чтобы он не испугался и шел уверенными шагами вперед. Ну и, конечно же, потом будут школы профессионалов. Автомобиль – это динамика и драйв жизни. Если вы будете на автомобиле, вы никогда не постареете. Вы всегда будете молодым. И для того, чтобы сохранить молодость, заходите в клуб Харика Авто, получайте вознаграждение, приобретайте автомобиль, и вы всегда будете молодыми. Начинайте уже жить страстно и красиво. Я желаю вам удачи, счастья. У меня через 10 минут автобус. Я сейчас убегаю. Я вас всех люблю. Обязательно, пожалуйста, приходите завтра, приводите новичков. Мы очень интересные вещи вам расскажем.
Так, Колесникова Наталья пишет. Да, в дорожных условиях. Всем скажите, что я в дорожных условиях, бегу на автобус. Дальше еду домой, меня дома ждет сын, завтра улетает в Новую Зеландию, мы встретимся. Это здорово. Презентацию успела провести, встречу с сыном. И я вам желаю, чтобы вы такие же счастливые были, как мы вот после Алании, после поездки. Несмотря на все препятствия, вы счастливы. Спасибо вам, что вы есть. До новых встреч. Я убегаю и жду вас завтра. Обязательно и в пятницу тоже. Приводите новичков. Всем пока. Удачки и подписывайтесь.